Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаус. Мы играем в карту под названием, а черт его знает, Фроти энд Карри. Это, видимо, создатели или еда, или что. Мы играем в карту без названия. Скоро на нас нападут враги. Надо было построить стенки, но я с этим не справился. Вообще здесь просто реально строишь стены и башни. Башни убивают, стены стягивают на себя. Эй, иди отсюда. У нас тут и так двое. Зерк, а ты не мог бы ниже построиться? Прогоняем его, прогоняем, гада. Уже поздно. Гоните его, насмехайтесь над ним. Э, ну алло, Вадима, он еще... А, нормально, он застроен. А ну выходи отсюда. Да-да, уходил. Так, все, мультишоты, тащим. Блин. Вадим, а стенки ты не хочешь поставить? Нет, да и так все хорошо. Так, можно еще какую-то башню построить? Еще айтем можно покупать за дерево какие-то. Где? А, в центре это айтем шоп. Да-да-да, а тут какие-то у молибдолина башни очень дальнобойные. Это что за башня? Идеальная защита. Ну вот именно, да. Вообще красавчик. А что, то с форсы стреляет, что ли, или что? Внизу гляньте, что происходит, как застроили. А что ты пиклижар там построился? Я не знаю. Я сказал, внизу, кто-то убежал. Вроде так лучше. Типа сказали, все на миде, а ты такой уникальный, что ли? Да. Уникальный пиклижар у нас есть, ну нормально. В смысле? У каждого своя волна, зачем? Блин, ладно. Потому что нас не хватит. Потому что волн-то линии 4. Боты пошли. У нас вообще молибдолин зачем-то приперся, блин. Я его не звал, по крайней мере. Может, Серега звал? Ну пусть стены строят. Молибдолин, мы тебя прогоняем, выходи отсюда. Не, пусть стены строят. Мы мне строили выход, так что я теперь живу здесь, простите. Изгоним молибдолина. Да, пусть строит стены, а потом уходит. Мы отбились. Нет, ну, для чего мне нужно выйти? А я не могу. Только проход оставь. Сломай башню. Сейчас, чё ты не можешь пройти? Ну давай, я тебя пущу. Потому что тут нету прохода. Да есть. Не, я просто говорю. Налево. Иди еще. Вот, потихонечку нашел выход. Да. Серега, застраивай его нафиг. Так выходи отсюда, блин, давай. Я не могу. Да вот стенку свою сломай, ну бас. Налево. Потом вниз, все, уходи отсюда. Все, молибдолина по лабиринту провели. Нет, я не могу. В смысле не можешь? Да стенку свою сломай уже. Йола, сломай вот этот барак, Basic Wall. Подожди, я занят. Все, что нужно? Все, молибдолин, давай. Топай. Все, туда. А он башни свои грейдит, вот гад. Его же не Ой, звали. Жестко. Катапульты сейчас убьем нормально. Я до катапульт не достреливаю. А вон электротаверка с очень большим радиусом. Да, 1200. Это улучшенная пользом. Ага. А есть еще штука, которая хиляет башни. Да, какая? А, о, отлично. Короче, Poison Tower есть улучшенная, и она хиляет стены, точнее, ну и здание, в принципе. То есть ей надо обстроить. А, ну вот как раз она стоит у двух стен. В принципе, я могу ее построить. Пусть а там... можно мне немножко помощи? А то тут пеклижар пришел, сдох, и у меня теперь проблемы. Блин, идем. Я готов. А ну, где я ты? Тут, ладно. У тебя молибдолин есть. Молибдолин, иди вниз, помогай ему. Хорошо. Молибдолин у нас деньги фармит, гад, и доволен. Но у меня тут самые сильные башни вообще. А тут же деньги всем дают за убийство. Разве? Да, вот посмотри направо, мне справа деньги приходят. И справа тут форс сломает. А, так деньги общие, так тогда вообще неинтересно, смысл? Че это тимплей какой-то нужен? Тус форс. Да че, нормально, у меня эти-то живут танки. Че доживут, у тебя босс сейчас все сломает. А, ну вот, да, он добрался там. Меня тентакли атакуют. Ой-ой-ой. А у нас сверху все нормально. Так, тентакли пробивают. Да, меня сейчас убьют. Так. А, так вас тоже пробивают. А, нет, у вас большие стенки. Понятно. Да, они камни не пробивают. Надо камни строить. Мы вот вложили стены, пробили. И все хорошо. Ну как мы? Не, у меня вот камень стоит, он сам бьет эти тентакли. Все, нам беда. Право сломать. Давайте РМКшник и пеклижар не будет выеживаться. Давайте пеклижара кикнем, возьмем кого-нибудь нормального и этот... А я вообще не понимаю, зачем вы вдвоем строитесь, если у каждого свой лайн? Да как, здесь 4 выхода, ну баст. А, я жирного рабочего взял в этот раз. А у жирного рабочего то же самое.
только моделька другая. Так, смотрите, короче, что надо сделать. Серега, давай, короче, построим Poison Tower. Нет, отличие у них в предмете, который им дается. И обстроим ее стенами. И стены будут, типа, она будет стены, типа, хилять. Вот так вот. Да? А, давай. Так, Лежар. Не, вот так давай вот. Ты строй ауешные башни, а я буду сзади дальнобольные. Ну вот так, короче, правильно я понимаю? Да, и туда тоже башню, да. И останется у нас одна стена, не, которая не... Окей. А выгоднее было бы сместить их на две влево, наверное. Ну сейчас хотя пофиг, нормально. У нас три башни будет. Неплохо. Ты бы оставил полуклетки прохода, ну, чтобы мы стены... Не очень понимаю, зачем боковые стены у нас, конечно. Ну строй тоже такую башню. Не, давай, ты сломай, короче, его. Кого сломать? Ну просто сдвинем все на клетку влево, так будет лучше. Убери башня-то, этого. Как я ее сломаю, да, она ж платная. Ой, ладно. Так нормально, построй в дырках еще две башни, и все. А сейчас я поставлю. А почему я должен две башни ставить? Давай, Вадим, тоже строй. Так я вам построил одну такую башню, сейчас я еще построю. А мне две надо, получается, да, построить? Да. Нет. Ты быстро схватываешь. А что-то крипов еще нету. Где враги? Короче, я строю сплэш тауэрку, ты ставь глэйв тауэрку. Окей? Хорошо. И блин, а что-то мы не достреливаем ни черта. Блин, из-за вот этих вот стен тупых, давай их сломаем, короче. А как тут... Ничего изменится. Так а тут, там тоже можно башню будет построить. Зато сейчас у нас нифига не достреливает, блин. А вот жирный я прошел, все. Да, реально эта башня хиляет стены. Блин. Тогда просто поставлю тут еще. А сколько клеток она в радиусе хит? А мы застроились, деревяшку не подобрать, да? Ну, Вадим, можете в каком радиусе? Я не знаю, в каком радиусе она хилит, я не знаю. Ну, вот, а, вот Basic Wall может сломать пеклежар у вас. Пеклежар. Мне нужна деревяшка. Ой, боссы приперлись. Ой, да жопа, что-то этот. А по стенку, Вадим. Так. Так, ну что, стенка хиляется. Я что, тогда я строю вот эту штуку. Но вообще у нас как-то проблема. Ну, кстати, если бы не вот эта отхиливалка, которую ты, кстати, так и не построил, Сергей. Ну, потому что твоя справляется. Да, блин, а если будут справа бить? Справа, апы башню. Вы поняли, народ, что вот есть таверка, которая подхиливает стены, и надо построить у стены, и все будет круто. А из чего она грейдится? Из ядовитой. Используй. Вадим, апай стенку, да сломают ее сейчас. Ну все, сломали. Сломали стены. Да почему у нас к нам два босса пришло, а от Сереги пользы нет вообще. Мы убили своих Мы живем боссов. Только благодаря мне, потому что мой камень нас спасает. Че там ты? У монетка, блин, а че так все плохо? Ну сейчас... Сейчас мы справимся. Молибдарин, поставь этот Глейв Тауэр и в мультишот загрейди. Какие Бэйт Тауэры? Да. У меня их нет. Монетка. Мне кажется, Ливен Рок надо грейдить, а не лучше. Эту? Не, вот это вот. Ну вот как раз ты ее и делаешь, Глейв Тауэр. Да, вроде нормально, вроде убиваем. Только ее надо было ближе поставить. А куда ближе? У нас тут все занято. Ну, одну Poison Tower-ку бы сломал. Потому как что называется еще раз чинящая башня? Hellback Tower. Спасибо. Пожалуйста. Блин, да плохо, что у меня мультишот таверка не достает ни черта. То есть надо какую-то таверку еще здесь построить. Ну, правда, она тоже не будет доставать, конечно. Похоже, нет смысла закрывать все проходы. Все равно крипы будут атаковать стенки. Ну очередь. Да. И чтобы выходить, дерево собирать. А, да-да-да, слушай, Серега, ну тогда где-нибудь слева, наверное, сломай, они туда все равно не идут, потому что там башен нету. А я уже не могу сломать. Есть? Их уже нельзя сломать. И че, и как выйти-то? Ну, не все, никак, видимо. Ждать, пока сломают. Блин, а они туда не идут. Ну, о, attention, boss incoming. О, есть починочные боты. Да-да-да. Так, я тоже камень сделал. О, и вот босс приперли. Блин, ну слушай, дерево надо собирать. Тут же этот, есть всякая поддержка за дерево. Офигеть, они что-то ломают. Ой. Он башню ломает. Так, я пойду за дерево чуть призову, там типа... Вадим, башня такой. Меня слева. А, меня убили. Меня убили. Так вы за дерево-то юзайте тему в бараке.
Так уже юзано. Да, всех убили. Щупальца какие-то очень болючие. И они бьют сквозь стены, по-моему. А вы лучниц-то вызывали вот за 5 дерева? Я гоблинов взял за 8. Да вас тоже да. Так вон, смотрите, лучницы, 89 атаки, скорость атаки где-то 2 выстрела в секунду, это вообще огонь. Ну, уже не помогает, потому что все башни слили. Надо юзать спылы за дерево. И надо оставить открытый проход. Все, мы поняли, как играть. А, слушайте, а у рабочих еще от модельки количество хп зависит. У эльфа меньше всех. Ну, там маленькая разница, ведь. Ну, 150 у толстого. Ну, толстый, видимо, такой непроворный. Зерк, ты башенку застроить хотя бы? Мне, кстати, денег почему-то сейчас за этого крипа не дали. Я просто думал, что мне где грейдить. Мне кажется, ты просто... А, реально не дали денег. И мне не дали денег. Что-то, может, есть... А, ну, видимо, есть бесплатные крипы, что ли? Да, ну все, баланс будет тащить. Тут из милишников подходит и будет запускать снаряд в рейндж. Угу. А что вы не хотите хилять стенки, вот как мы? Это ж круто. Правда, я пока не хиляю. Это... Внизу нужна стенка одна. Если бы ты построил своими свои вышки. Ну ладно, можешь одну поставить, да, вот там вот снизу. Не, вроде да. За милишников дают деньги. Ну вот надо пользоваться тем, что они будут бить стенки до умопомрачения. Можно... Ой, блин, этот рабочий пришел. Ой, босс пришли, точнее. Блин, что-то не хватает голды, чтобы апнуть. Скиньте 8 голды срочно. Я сейчас скину. Блин. А можно хилять стенки-то рабочим, да? Не знаю, на меня босс агрится, если... Да, на меня тоже сагрился. Я вот думаю, делать камешка или делать с шипами стенку. Камешки у них хп больше, по идее, и их чинят быстрее. Я знаю, просто нет. Наверное, баррикаду сделаю. Ой, жесть. А, просто бросился на баррикаду. Ой, здесь камешек хоть появился, так, нормально. Все, вроде мы живем. А, все, денег-то до черта вообще, что-то я не посмотрел, сколько денег. Ой, снизу беда вроде или нет? Нормально. Ну, такое. Апайте стенку. Я тогда сейчас лучше вниз отправлю. Деньги бы были. Так, лучницы должны помочь. Да, все вроде нормально. Что-то баррикада ложится. Нормально, я апну сейчас. Так, за 120 голды... Атакующий тауэр. Какой у нее рейндж-то, интересно? Надеюсь, большой. Потому что главное... Сделай, сделай Вадим фаер тауэрку. У меня пока нет денег, все на стену трачу. Слушай, а вот глейф вот это очень крутая. Мне кажется... Ну, хотя ладно, давай сделаем. Фаерка еще против боссов хороша. Не факт, что мы выживем на боссе следующем. Ладно, ладно. В смысле, так... чем хороша? У нее же сидшар атака. А у них хэйвер мор. Там написано, что они против боссов хороши. Странно. По идее, Poison хорош против босса. Ну, электротавер вот улучшенная, эти Poison Tower. Она из сплэша, да, делается огненная? А, вот, куда да. Он пошел, я не знаю. А лучники, они временные? Не знаю. Да, понял. Они сейчас все умерли одновременно. Видимо, да. Так, надо еще... надо было, нет. Кстати... А, Стасис Трап, кстати. Я статическую ловушку, короче, это. Я скупил. Думаю, ты можешь не чинить, Йола. Она ее ломает вечно. Я вон сзади новую построил. Так, ну вроде мы живем до следующих боссов. Короче, этот, покупайте в магазе всякие штуки. Там вот есть плюс хп рабочему. Там. О, босс приперлись. Все просто возьми ответ. Блин, почему мне нижний настал открывать? Вот зря. Башню. А потому что я начал лапать. О, все, я Стасис Трап сработал. А, фокуси нижнего босса, верхний пофигу. О! Башню, что-то все ломалось. А, тентакли бьют героя. Да, я же говорил. Так, я поставил ловушку. Я лучников вызвал. Ну, вроде должно быть окей, не? Вы юзайте дерево, ребят. А там КД же, но все. Ну, не знаю. Ну, я этих ремонтников покупаю, они довольно долго живут. Что-то слева вы сейчас там не помрете? А, везде пробили. Да, снизу везде слева. Пробили. У нас все окей, но я Стасис Трап. Справа не пробили. Ну, слева типа выжили боссов. У нас слева просто все супер круто.
Ну, не слева, а ну, справа короче, тоже вроде нового. А, но все, там, у меня там же выход на башню. Так, ну сейчас тогда надо этот... Сейчас надо снизу строиться как-нибудь. Оживить нас надо. А, оживить сейчас, еще. Сейчас оживим? Или уже не оживим? Оживим. Я сейчас оживлю. Так уже оживили. Так, я вот всех застанил. Слушайте, Стась и Страпа очень клевые темы. Еще стенку нужно одну. Так, ну стенку не пробивают, но они пробивают башню, которая лечит стенку. Вадим, а ты можешь хилищу башню еще апнуть? Да, а не, не могу, а на максимум. Надо, значит, на урона больше делать. Хз. А четвертый уровень стенки последний. Угу. Осталось 9 минут продержаться. Наверное, я магов вызвал там. Фигагов. Я снизу вот глейв последнего левела сделал. И здесь он глейв сделал. Снизу еще лучников отправил. Но что-то все равно, походу, не хватает критмассы дамага. Так, бандл дерева. Так, у меня есть защита. Плюс хп дополнительный на стенку. Если что, кому-то надо, кричите. Ты можешь на нашу стенку сделать доп хп. Ну, это на время, в смысле. Ну, то есть это именно когда, если все плохо будет. Что-то да, снизу тоже плоховато. Снизу кто-нибудь поставьте стенку, кто там строит стенку а, снизу? А мы мертвы, мы не можем ничего ставить, я просто грейжу тавра. А, так давайте я вас воскрешу. Босс, короче, сносит треть хп башни сюда. Я воскресил кого-то. Причем последний. Жесть. Ну, все, нам снесли. Снесли да. Ну, башню. Ну, а у нас справа все на замечательно вроде. Не, внизу они все уничтожили, просто без шансов тут. А вы кайтите их, типа, хильте стенку, пусть бы и вот за вами. Тут нечего хилить. Ну, кстати, вот эта защита да, очень прикольная. Ну все, уже снизу пришли нас сломать. Да. А просто их отвлекать, ты ставишь стенку, они типа на удар отвлекаются один. Вот этих боссов можно так убивать. Так, можно медальку убили. На хп купить. Так, сверху мы живем. Да, медалька на хп очень хороша. Сейчас сломают башню. Ага. Блин, башня сдохла. Я, короче, просто бегаю и ставлю башню первую. А, справа уже все убили, ничего себе. Блин, нам бы еще вот одного человека, чтобы... Пришли. Нам, короче, нужен еще один человек, и все будет окей, потому что я отвлекался на низ, из-за этого все было плохо. Так, ну что, давай, Серега, конструируй тогда. А я чисто убивающий башни, да? Да. Окей. Сейчас. Я думаю, что так вот. Правее надо было. Правее? Ты сказал через две клетки стоять. Через клетку? Это не я говорил. Ну просто смотри, тут большая дырка справа. Просто хорошо, центральную. Да через клетку, правее. Короче. Ну, через ладно, клетку. Может, мне наладить. Не-не-не-не, я про стенки, петляжар. Да не, нормально. Да, справа они будут обходить и бить башни. А хилищу где ставить? Я вот сейчас покажу. Ну ты точнее, ты же ставь. Я нет, левая была нормально. Просто центральную и правую на одну клетку буквально правее поставь. Да. И мне за хилищами, что ли, строить? Или что? Вот или да, между хилищами? Наверное, можно между хилищами. Но между хилищами я недальнобойные построю. Ого, можно на рабочем прям строить. Блин, а что-то прям, ну тут дорого мне будет хилище ставить. Нет столько денег. Ну, они, да, недорогие. У меня нет русской раскладки. Можете объяснить Монкину Херо и почему мы так стенки ставим? Ой, вы как-то вообще по-странному поставили. Так, сейчас. Ну, он две лишние поставил. Между этими. Серега сейчас все расскажет. Нужен яд, наверное. Нужен просто яд. Хотя просто яд пока у Сереги есть. Так. Глейв и сплэш вообще тащит неплохо. Ну, проблема-то в боссах, а вот против боссов как раз нужно что-то другое. Ну, то есть... Против боссов нормально работает.
Чё против боссов? Сплэш нормально работает. А, да, ну окей. Против боссов там есть башенька огненная, она улучшается, потом в этот... Короче, огненную сплэш, ну, потом да, огненную... Да, да. Уже боссы пришли. Блин, что-то я не что-то рано, ну, нормально, как-то. Нормально, смотри, Poison Tower, кстати, хорошо. Да. И можно чинить, Серег, ты чини, у тебя рабочий потом отхиливается. Блин, теперь башню бьет, вот гад. Блин, надо его зафокусить уже скорее. Так, лежар, стенки загрейди один разок. Если что, тут есть у рабочих артефакты, увеличивающие ХП. Ой. Нет, живой. Башню твою сломаю, блин. Надо автопочинку отключить, потому что он бегает как ненормальный. Да блин, жопа какая. Да нормально, отбиваемся. Ну и сейчас можно этот. Сейчас можно просто взять этот стан и лучниц. У кого проблемы-то? У нас? Чё у нас проблемы-то? Мы же сильные. А у нас вообще у хилищих таврок большой радиус. У нас центральную чинит, хотя у нас хилищие таврки довольно далеко. У нас нет хилищих таврок. Все сломали. На чай я поставлю. Ну он ядовитый, вроде все убивает. Глейв убивает. У меня глейв уже 7-го левела. А, о, глейв в трупер тавр какой-то. Слушай, а есть же электро таврка. Че ты ее не ставишь? А что за... Они дорогие очень. Из Poison таврки. Слушай, а есть таврка, которая солдат вызывает. Вот я могу свою вот эту глейв таврку превратить в башню, которая вызывает солдат. Интересно. Но надо куда-то вперед, наверное, ставить. Убери лучницу. А, не надо. Электротавр нужно срочно нам. Я построил уже. Кстати. Покупайте пока КД вот эти вот стафы станищие. Они крутые. Так, все, ну я сделал электротаврку, наверное, сейчас все будет хорошо. Все покупайте за 6 дерева артефакт, который увеличивает ХП рабочим, и... Ну и все. А скинь чуть... О, босс инкамин. Где он? Ну ладно, сейчас. Что-то сам заработаю. Так, 125. А где босс-то? Вот босс. Эклежар, построй слева еще у себя электротавр. Короче, у меня денег хилищая таверка, она, потому что она хилит ближайшую башню, ближайшую башню к юниту, которого она атакует. Не, у них не нужно рядом ставить. Да, у них нормальный радиус. Все поняли? Хилищую таверку не нужно вплотную ставить вообще. Смысла ноль. Да блин, эти щупа, это просто бред. И одной хватает. Очень больно. Да они таверки начали наши бить. Ну да, бывает такое. Ну, меня убило. Я типа грейжу тут. Алло, резнули, спасибо. Вадим, а что-то у тебя тоже много чего раздамажит? Ну да. Ну хотя не особо, да, в смысле, это твои хилищи потенциально. Потенциально хилищие тавры твои, ну, убило. Такая не страшно. Блин, слева дырка проходит все-таки. Надо на пол клетки влево ставить все вот эту вещь. Не знаю, я могу центральная вот баунс башня, заменить башня. На трупер. Точнее, да. Ой, блин, слушайте, молниеносная таверка вообще безумная. Так, трупер тавер, короче, из нее солдаты, получается, выходят. Или что? То есть у нее атаки нет, что ли? Не, они не выходят, там сверху солдаты. Вот у мамкиного героя трупер тавер. А, лол, реально. Что-то так себе. Мне кажется, прошлая таверка была сильнее. Что-то у меня соседи уронили. Медалька на КД. О, плюс 5 армора, эвэйжен 50% он есть. Чё-то трупер тавер отстой, короче, если чё. Щитки-то ещё классная вещь. Да, щит классный, и медаль. Ну, поставь побольше электрических. Щит ещё там есть. Слушайте, электрические, который... они в очень большом радиусе, можно союзникам помогать. Если вы такие клёвые, то можно помогать союзникам. Хилищих таварок, получается, надо просто, ну, там, несколько, там, 3-4, а так можно это. Можно. О, босс инкаминг, ё-моё. Так, если сейчас мясо, нужно ставить первые стенки, чтобы они их открывали. Блин, я не знаю, я вот лучниц купил и к нам привёл, наверное, зря. Кому-то кто-то не справится
Не-не, почему? Сейчас боссы? А будем дыпаться от боссов. Не, а просто в смысле другой никто не может купить лучницу. А, у меня танк. Если что, могу трапу кому-нибудь поставить. Вот слева, например. Дайте вам трапу. У танка есть аэрстрайк. А что-то боссы к нам не дошли. Где босс-то? Они подходят, это. Это вот. Панчеры. Осторожно тут. Их нужно покайтить. Короче, ставите первую самую башню, они долго тупят, потом ее атакуют. Стоит денег, зато ваша башня будет жива. Давай, Серега, тащи. Минус 30% скидка какая-то. Это типа... Я не знаю, что это. И стазисы тоже делайте, кто один ставит. Да. И мы отбиваемся, мы отбились. Да, мы тоже. Ура. Я вам стазис же поставил, он вас спас. У нас тоже все хорошо. Ну круто, чё, наконец. Страйка, правда, кулдаун очень большой. Ой, меня убило, кто-нибудь ресните. Сейчас резну. Слушайте, электротаврки, у них такой радиус, просто пипец вообще. Я постоянно справа помогаю ими. Просто постоянно. Да, мне слева прилетает. Блин, а воздух чем убивать-то? Poison таврками, электротаврками. Ну ладно. Интересно, а вот эта башня солдата? Не, ну Трупер Тавр, блин, была нормальная Глейв Таврка. Стала фигня какая-то. Так. О, увеличивает скорость починки. Ой-ой-ой, что-то много кто пришел. Денег как-то меньше стало. Да, ну да, есть бы. Так, кому-то нужна помощь аэрстрайком? Нет, только что у нас. Что за аэрстрайк? А, просто ракета стреляет. Так, сейчас снова какие-то боссы. Посмотрим, можно ли их обузить первыми башнями. Я думаю, можно. Главное, медали купить там и всяких штук. Ну, хз. Так, стоп. Босс что-то решил это, таврики ворваться. Я стазис поставил, так он что-то не сработал. Сейчас так не, а он долго. Мы задефались. Мы тоже задефались, да. Справа, по идее, мы так мои молниеносные тоже помогают. Должны тоже справа тащить. Хотя, пока не помогают. Нет. Только не говорите, что умираете нафиг. Мы пару башен потеряли. Лечащих. Так, осталось 6 минут выжить. Вы деньги не забывайте постоянно тратить. А, медальки купить, кто еще не купил и так далее. Ну да, можно несколько медалей купить так-то. А, во-во-во, теперь вот антибосс таврку я сделал. Какую-то. Это которая... Из огненной. Ой, что-то жестко, да. жестко сейчас левую сломают. Ой, я, короче, дабл починку взял, вообще, смотри, как... Что происходит-то, я не понимаю. Кто так жестко... Купи дабл починку или чини сам. Блин! Кто-то... А, это жуки, короче, жестко убивают. Убивайте жуков, укусите их прям. Нам башню снесли. Две башни. Я на вортаврике подрубил. Ща. А чё мы не строим-то? Да, правую. Я пытаюсь. Так лежат, чё не правую? А, у меня эти юниты вышли из башни, лол. Блин, башня сдохла, пипец. А, вышли юниты? Забавно. Да, типа, всё, наконец они свободны. Так, надо. Ну, кстати, место это отстойное, поставлю баунс таверку, она вроде прикольная. А нормально, что моей башни урон 1-1? Видимо, что-то, блин, опять босс инкаминг. Серега, а ты купил эту штуку для станов? Да. Ну вот, готовься ставить что. А у нас нет станов. А где босс-то? Кто вообще босс? Ну, он еще не пришел. Интерналы. Ух. Боже. Героем рабочий, конечно, стал очень сильно живучим таким.
Я щит накинул. Что-то как-то этот урон это мало. Стазис не откатился. Можешь мне нам перекинуть снесли? Стазис? Скинь мне стазис, вот. Вон я бегаю. Мы Серега. Проиграли. У меня нету стазиса. Стазис есть вниз, пожалуйста? Не или знаю, что? У нас не пробивают просто. Тауэр типа. Каким образом вас не пробивают? Не, нас пробили. А сколько у вас хилищих тауэров, Клежар? Ой, у нас ни одной. А как вы живете-то? Ну, смотри. А что за танк? Я не знаю, Манкин Герой просто делает хорошие вещи. Танк это сплэш-тауэр последняя. Что-то Манкин Герой играет меньше сюда всех сюда. Нас, короче, а играет лучше всех. Что это такое? Ну реально, мамка может им гордиться, я не знаю, ночь тащит. Ну что, Трупер Тауэр отстойная, я слил на нее где-то 1000 голды, она вообще ничего не делает. Только 3 мужика из нее вышли и сдохли. Ну что, я тогда строю, короче, танк. Танк сильный. Танк чисто из сплэша, да, фигарится? А он ездит? Но он же ездит еще или нет? Не-не-не-не-не-не, он как башня. И он не то чтобы супер сильный. Ну у него 150 дэмэджа так-то. Ты ставь лучше сейчас Глейв Тауэр или что-нибудь, что может дальних юнитов атаковать. Ну я сейчас довольно близко постоянно. Построил башню к стенам. Так. Тоже это слышите? Угу. Да, там смеется. Без перерыва просто. А ты все записываешь или нет? Да, я все записываю, ну потом вырежем просто самый неудачный. Офигеть, 15-минутная карта, 50 минут играем. Ну, она клевая, мне понравилась. Ну, правда, уже будет. Почти да, до конца классный. Дошли. А еще же контент на другой стороне какой-то интересный. До нее дожить надо. А там ничего нет, там выбор героя просто слева. Нет. А, да, кстати. Нет, стоп, выбор героя же в центре прям, нет? Там да, целая арена. Да? Да не, слева что-то прям очень необычно. Ну ладно. Вадим, а больше мне голды не дает вообще, я не понял. В чем прикол? Это, ну, в какой-то момент не дают, там за каких-то юнитов не дают голды. Да, да. А вы поняли, что колокольчик делает? Я что-то так и не понял. Он, смотри, он, видишь вышки по две зерк, большие? А, они начинают стрелять, типа, да? Ага. Зерк. Да, что? Вадим, урона вообще не хватает. Кого? Ну а да. Серега, а у тебя есть это дерево? А, есть немножко, да. Да, она такая, я умираю под ней. Да блин, что ну... ты стенку не загрейдил? Я не успел. Зря ты, Вадим, наверное, поставил эти вот 3 башни. Ну, да, 4 голды стоят, блин. Ну, все равно. Скиньте одно дерево, я включу дамаг от тех башен. Скиньте дерево одно, резко. Жопа. Ну вон, эти башни начали атаковать, у них 164 дэмэджа. Офигеть, у меня денег. У рабочего же 40 атаки. Да, да, я сейчас завалил парочку чуваков. Можно рабочим просто боссов первых убивать, это эффективно достаточно. Так а где это, Серега, нам бы, знаешь, чуть-чуть стен бы. Так сломали все. Да я понимаю, я просто поныть. Так, ну, все. Ну, не знаю, я чисто стены ставлю, а мамкин герой таверки. Ну, мы так же делаем, да, только что-то я не справляюсь. Не, ну чё, вот эти башни я включил вообще сильно, мне кажется. Ну, смотри, вот, ну, не, ты не можешь атаковать пультом. Сделай что-нибудь. В смысле? А, не могу атаковать. Сделай Poison Tower-ку. А, ну, пойди так, убей. Ну да, да, видишь, отскоки, когда кто-нибудь подходит. Всё, артиллерийская башня. Пес. Да блин, пока... я только щиток хотел купить. Монеток нету. А кто-нибудь смотрел, что грейдится из Poison Tower-ки последний? Электрический? А, и самый последний, не знаю. Так самый последний это хиляющий же, нет? А, или просто из Poison, да? Да, если просто, ну, ее загрейдить обратно в Poison и это грейдить. Знаю. Не знаю. Так, сейчас у меня артиллерия появится, надеюсь, у нее большой рейндж. Артиллерия, да, нормально. А, вот все, вот танк у меня появился, ура. У нее еще скилл есть, Вадим. Отличие от меня, ну сейчас. Этот, я поставил трапу. Ой, аккуратно, боссы. Ну смотрите, эти боссы вообще не... А, где щупальца? Иди сюда. Ну мы стан заюзали, вроде попёр. Они героя убивают.
Если что, могу заюзать башни снова, если хотите. Только мне дайте дерево. Дайте дерево, я заюзаю. Ну типа вот щепо не пробивает вообще второй спайк. Вы покупаете еще Shield Kit, он вешает щит на стенку, и она еще дольше пробивается. Да, есть штука, чтобы очень этот. Очень быстро чинили, в два раза быстрее. Вот самая первая фигня, как баш. Выглядящая. А, ядовитая башня гаюдится в ядовитую башню. Неплохо. Так не, ну в смысле, это прям до конца или что? Да, другого грейда у нее нет, она просто становится 7 уровня. Офигеть, она стреляет, я сделал... Так я 8 вон делаю. А, не, все, 7. Офигеть, так она, кстати, сильная такая. А у боссов тяжелый армор, так у нее мейджик атака. Она 200% по боссам бьет. Да, там же написано, что она сильна против боссов. Ой-ой-ой, что-то я не вовремя пошел этот... грейдить сплэш. Серёг там чуть не сдох. Слева ложится стенка. Я щит все не успеваю купить, блин. Так я щит накидываю, ты убивай крипов почаще. Не, щит, который на персонажа, видимо. Да. Я тоже. Не, почему щит на стенку можно? Нет, Shield Kit. Выглядит как молоточек. Не, мы говорим, что я просто, хотят чтобы жить купить, дольше. Да. Там кто-то второй себе по-любому уже купил. Покупайте себе этих робогоблинов, они очень классные. Да, они вечно в КД. Ну, а я купил. Сейчас есть. Я тогда щит купил. Сейчас Вадим снова тоже заюзай колокольчик. Сейчас боссы будут? Ну, в смысле, когда боссы подойдут, вот боссы идут, сейчас они дойдут и заюзай колокольчик. Хорошо. Что я мастер просто, битель в колокол был. А где боссы? Вроде... А это мясо, они, видимо, долго будут идти. Мясо вроде слабое или что? Просто тратить дерево, не тратить? Да хотя пофиг, дерева же много. Чё-то я не знаю, в этот раз у нас нету хилищей башни. А нет, есть хилищая башня. Чё тогда? Нет хилищей башни. А, есть хилищая башня, зачем я построил, блин, ну ладно. Мы слева убиваем Poison Tower'ками. Ой. Чё, вызывать башни? Короче, я вызову башню на всякий случай. Ну да, можно. Ты, Серега, строишь стенки, да, такие? А я ремонтника сделал. Блин, зря закрываешь доступ. Ну, я могу его увезти. Стазис есть? Есть, блин, сейчас. Хотя, наверное, сейчас нормально, и так это бьемся. Танчики этого паджера своим рабочим просто. Ну, у кого есть щит, то да. А я постоянно все дерево трачу на эти штуки. Смертника, зачем ты поставил Труп Тауэрс? Вадим же сказал, что оно вообще ни о чем. Да, более-менее. Труп Тауэрс неплохая, она хорошая даже. Да не знаю, там у них 50 атаки. Ну не знаю. Ну типа они по многим целям бьют. Мне показалось, что электрическая лучше, чем труп. А сова хорошая? Сова, что она делает? Ой, кстати, замедляет врагов. Ну да. Да, я думаю, это топовая штука вообще. Ого, у танка такая эта штука антиэрная, вообще огонь. Когда жуки пойдут, после, не знаю на какой минуте, но они очень жестко таурки бывают, можно поставить. Так, мне что-то денег много надо, давайте. Я не знаю, у нас проблем с жуками не было, возможно из-за танка. Ну у меня уже максимальные эти стенки. А кто-нибудь взял Enemy Stopper? Появился. Это быстрый грейд это для... Просто... А, понятно. Для базовой стенки. Что-то у нас вообще монетки, ничего не появляется. Такое чувство, что надо еще один танк построить. Какой-то он сильный. О, Серега пошел. Так, что, мне стазис трапа поставить? Или что, или босса подать? А, босс инкаминг. Так, смертник, ты вообще где? Сейчас я рядом с тебе. А. Не, я просто потому что ты умер. Так, я заезжал опять эту штуку. Не, ну босс ни о чем. Это точно ни о чем. Ой, башни ломают. Да, значит, да. Все ломают. Еще фейм-таймер хороший, это которая, ну, до максимума. Я завязал сову, на вас она вообще действовала как-то?
Мне кажется, она только в твоем радиусе работает. Снизу, закройте вверх свои эти стенки. А, так, среднюю которую? Ну, все загрейди уже до максимума. Так, ну, правая у меня загрейжена до максимума. Левые? Но ее просто никто не бьет, в принципе. Ага, сейчас кто-нибудь придет и начнет бить. И будет весело. Ну, начнут бить, я загрейжу. Ну, тогда к твоим вышкам они побегут. Они начнут игнорировать стенку. Так. Ну да, 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 ты когда грейдишь на... в моменте боя, что-то, кстати, не... все не так хорошо почему-то. Что-то танк не атакует. Жуки пошли. Жуки пошли. Вот я про жуков. Да, жуки, жуки прям сломали. Меня убили тоже. Офигеть, да они просто все сгрызают. Жесть какая. Не, ну а, они умерли. Я говорю, среднюю стенку даже не тронули. А кто-нибудь треснет там, как бы... Я сейчас треснул. Ну мы задефались, а у вас что? Вот, короче, нужно было Flame Tower поставить, потому что справа до сих пор Малидолин депы. Ну да, это Flame Tower, она очень мощная. Она просто сбривает всех жуков за прокат. Да я думал, танк построю ауешный, он всех убьет, но нет. Не, вот Flame Tower, короче, надо строить. Еще раз сыграем? Сейчас не знаю, кстати, все кроме нас живы, может как-то отобьемся, я не знаю, сейчас я вам лучниц вызвал. Где мой герой? Я могу застанить, как бы. А чё вы не сказали? Я по-моему, накидал всякого. У меня вон стан есть. Чё, ты, Вадим, да. Готов ставить башню тогда? Ну давай, я готов, дай мне деньги. А так резнуть нужно было их. Мы их резнули уже? Скиньте 5 дерева. Я вызвал башню. Ну а нет, да я не успею ничего поставить, меня убили. Да не, жопа. 4 минуты осталось, может как-то остальные задефуют? Давайте строить стены в центре. Просто уже хочется этот. Стройте сзади себе стену. Да, 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 да. Реснете? Реснете? Вроде бы. Все справа тоже что-то печально. Я реснул. Я просто сейчас на всех станах накидаю. Так, ну-ка давайте посмотрим, что сова делает. Вроде ничего толкового. Блин, осталось жить всего 4 минуты, как-нибудь там, я не знаю, но что-то слишком все плохо. Лол, опять я с выключенным микрофоном. Сова аура замедления делает. О, да, просто я не вижу. А, вот она летает, да. В каком радиусе? Все, нас с двух сторон зажали. Конец. Да. Видимо, надо будет, короче, вторую пачку этого видео как-нибудь потом доиграть, потому что сейчас мы пытались очень много раз, играли больше часа, и, к сожалению, не справились. Нам нужно больше манкиных героев. Можете написать в комментах, что нам сделать, но на самом деле, скорее всего, мы запишем вторую игру до выкладывания первой, так что можете не писать в комментах, что нам сделать. Мы все равно справимся. 3 минуты осталось продержаться, до секретного уровня мы не дошли, но тем не менее, реально карта очень простенькая, и за счет нереальной сложности в нее играть интересно. Всем пока. Не буди во мне зверя, подписывайся на канал Хаоса.